Добрый день, друзья! В этом уроке я хочу вам показать, как мы легко можем обрезать любую фотографию и оставить только то, что нам пригодится. И для этого нам не обязательно какие-то иметь фотошопы, достаточно иметь программу Paint, которая в принципе есть во всех компьютерах. То есть, что для этого мы делаем? Во-первых, нам нужна эта фотография, которую мы будем обрезать. Заходим в папочку, выбираем фотографию. Вот у меня фотография со Снежаной, как всегда. Кликаю на нее. Потом кликаю правой кнопочкой. Так. Вот в этом открывшемся окошке иду до строчки «Открыть с помощью». Видите, открылось еще одно окошко. Перехожу в него. И вот иду. И вот Paint. Видите Paint? Кликаем на него. Открывается Paint. И вот мы открыли эту фотографию при помощи программы Paint. Что теперь нам надо? Как мы видим, тут олигарх пытается подарить Снежане доллары. И нам надо его как-то убрать. И уберем мы его очень просто. Идем вот сюда. Кликаем «Выделить». Видите, вот эта штучка. Такой, как пунктирчик такой. Берем его. Подводим к самому краю фотографии. Кликаем левой кнопкой мыши. И выделяем то, что мы хотим оставить. Но уже без нашего олигарха. Вот, выделили. Держим кнопочку. Когда все нас устроило, кнопочку отпускаем. Так. Теперь опять же идем сюда вверх и вот кликаем на этот маленький, вот видите, вот такой вот квадратик высвечивается, вот обрезать. Вот на него и кликаем. Раз, вот и все. Олигарха больше нету. Осталась одна Снежана. Осталось ее только сохранить. Кликаем сюда. Потом сохранить как. Высвечивается окошко, допустим, вставляем как Снежана без, сейчас на русский, Снежана без олигарха и сохраняем, сохранить. Вот и все. Теперь у нас Снежана будет полностью свободна от всех олигархов. На этом урок окончен, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем буду рад. Всего хорошего.